В начале выпуска о чрезвычайном происшествии. Чуть больше часа назад поступило сообщение, что в одном из залов кинотеатра произошло задымление. На месте работает наша съемочная группа. Все подробности мы узнаем от Валерии Саенко. Валерия, здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, Юлия. Сразу хочу сказать, что сейчас работа кинокомплекса полностью восстановлена. Людей стали запускать внутрь еще до 6 часов вечера. По предварительной информации, задымление произошло в 4-м самом большом зале кинотеатра. Его причиной стало возгорание, но очаг был небольшой, его удалось оперативно потушить. Людей вывели тоже без паники. По первоначальным данным, пострадавших нет. Медицинская помощь никому не понадобилась. Но на момент срабатывания пожарной сигнализации покинуть здание пришлось всем посетителям кинокомплекса. Всех вывели, сработала пожарная эвакуация, в зале произошло задымление. Вы были в этом зале? Нет, я была в другом зале и просто объявилась на всю и сказали всем выйти. То есть фильм прервали, правильно? Да, деньги всем возвращают. Информация продолжает поступать. По последним данным, произошло короткое замыкание в электрощитке. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что пожара нет. Было задымление в вентиляционном канале. Его устранили до приезда спасателей. Из кинотеатра эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал.